Как сообщает наш специальный корреспондент, 9 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Китайской Народной Республике, из города Сиань прибыл в столицу Пекин. В международном аэропорту города Пекин, где развивались государственные флаги Азербайджана и Китая, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева встретили высокопоставленные представители государства и правительства Китая.